перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Йоу, всем здорово. Сейчас, погодь, тут либо проблемы с интернетом, либо проблемы с трафиком. Здорово, Нурик. Здорово, Нурик. Сейчас находится побольше народу, и я хочу поделиться с вами тем, чего у меня бомбануло, собственно, и почему я решил выйти в эфир. Да-да, в этот раз я не просто так решил выйти в эфир, а по конкретному поводу. Меня очень сильно порадовала моя аудитория. Меня очень сильно порадовал мой слушатель. А тем, кому что-то не нравится, могу показать факт. Вот так. Сейчас нас будет хотя бы 2-3, наверное, и начнем вещать. Да, пока что это 228. А тем, кто не хочет подключаться, я снова показываю фак. Они не увидят. Фак, фак, фак. Все, они увидят. Итак, 279, 285, уже почти 300, сейчас мы расскажем. Соня Хай, привет-привет. Мы ждем, пока и будет 300. А все, начало. Они потрахаются. Итак, я зашел. Да не вырубай, пускай играет, это мое музыкальное оформление. Я зашел ВКонтакт и узнал, что есть тут такое сообщество, как Жак Энтони Фан Групп. Называется также, собственно, Жак Энтони Фан Групп. И я немножко охренел от того, какую глобальную работу эти пацаны проделывают. Типа, сейчас я пример приведу просто. Саня, скажи мне самое задротское, что мы тут нашли. Что самое? Ну, короче, сейчас я вам покажу. Сейчас я вам покажу примерно, что происходит. Вот у них там, они делают какие-то мемы, фотки из Инстаграма, как-то подписывают, вот они. Инстаграма всех участников. Вот, например, типа видос. Я базарю, что мы презентуем клип, и такой, хоп, и они, короче, своего гонца заслали в виде Артура. Но он запалил клип, типа, бам, what the fuck. А потом эти ребята, короче, выкладывают, сейчас я найду трансляцию прямую, которую мы тогда с тобой посмотрели, просто, охренели. Просто, блядь, полнейший, сливают еще фиты. Типа, здесь куча всякой фигни, которую я, типа, понял, не видел. Вот как Джига там качает банки свои, условно, под мой трек я не видел. Так, сейчас. Вот, кстати, Кина сделала офигительный кавер на Люли, мне очень понравилось. Вы слышали это чё? За позитив, все, что может нас огорчить, мы оставили позади. Устарели, как плееры, да, сидим. Всегда есть кундарости от миллиона, когда сидим. Найдется тот, кто сдвинет с места, где ты не сиди. Если ты начал, не значит, что дойдешь до конца пути. Люди, никто не помнит. Люли-люли, отрываемся по полной. Ай, люли-люли-люли-люли по полной. Ай, люли-люли-люли-люли по полной. Люли-люли, что за день, никто не помнит. Ай, люли-люли, отрываемся по полной. Ай, люли-люли-люли-люли по полной. Ай, люли-люли-люли-люли по полной. Еее, what's up? Молодец она, короче. Итак, едем дальше. Ладно, все, можно подвырубить музло. Это... Кина сделала камеру. А, сейчас играла, не знаю, это Вабанк. Вабанк, трек Вабанк. Короче, мемы. Уже, сейчас. Нет, я ищу... вот это очень дико смешное дерьмо, кстати. Бам, вы видели это шит? Это офигенно. Соня закончилась на этом моменте. Так, сейчас, где это лютое дерьмо? Вот. Короче, мы открыли вот эту трансляцию.
И больше всего охренели от описания к ней. Просто бам. И тут пацаны пошли, разобрали ее о причесоне, о победителе конкурса 19 марта. И так далее и тому подобное. Я думаю, вы сами успели прочитать кучу всего. И расписали даже минуты, на которых треки какие-то есть. Короче, все круто. Все круто. Это очень интересный паблик. Я рад, что среди моих слушателей есть такие креативные умы, которые собирают паблики и рассказывают вам о мне то, чего я сам не знаю. Просто пока, делай как надо. Бам, вообще, что за мясо? Бам. Как это мило, ребята, это просто какой-то пиздец. Не, пипец, конечно. В общем, я реально удивился очень сильно. Мне очень стало мило, короче, от этого дерьма. Можно было бы сказать, что я прослезился, но это будет чересчур. Йоу. Так что, бля, круто. Залетайте к этим пацанам и чекайте. Даже мне интересно тут залипать. Очень интересно. А что вот это за буквы? Это типа обратный отсчет до альбома был? Скажи, помнишь видос, который снимали, когда ты с мамой гулял? А где? Его здесь нет. Это в инсту, блядь. А нельзя вывести на экран сюда? Как Инстаграм вывести на экран? Там везде пара. Да, да. В Инстаграме тоже. В Инстаграме тоже такая фигня есть. Так он сделает сейчас. Инстаграм. Сейчас, погодится, никакие фотки-то откуда я не видел. Смотри, кто обладает информацией и что за рэперы я сейчас показываю. Там есть в комментариях интересно. Кто обладает информацией? Кто обладает информацией? И что за рэпер я сейчас показываю? Это угарно. Подожди, кто интересно пишет? Да, ладно, Джей, Полина Гагарина, Птаха, обладает. Обладает, красава. Бам, нигер, ты угадал. А что мы обещали за тому, кто угадает? Здесь, короче, был ответ в самом вопросе. Fuck this shit, man, nigga. Хотите помочь? Ты чё, опять сигарет на самокрутку вот перешел? Да? Братиш, я или уже, ты давно уже? Я уже месяца три, наверное, как самокрутку. Красавчик. Нега шит. А где сиськи? Я вот не перешел. Да? О, ты нашел! О! Бам, там где-то я с мамой иду, короче. Ой, я так люблю. Бам. Фанаты, лютые фанаты. Да, нет. God damn right. Что фу? Почему ты говоришь фу? Кто сказал фу? Знаете, помните, был такой мультик, кто сказал гав? Да. Котенок гав. Да, котенок гав. Слушай, да, мне кажется... Да, все окей. Да, мне тоже такая... Ура, 30 апреля начало тура. Да, и начинаем мы с Калининграда. Я очень, кстати, рад этой новости. Очень рад этой новости. Фу-фу-фу-фу, говорит Магомедов Радмир 05. Ты собираешься в Питер на этой неделе? Фу, говорит Ани Андрючук. Найдите мой Одиссей. Кто сказал мяу? Кто сказал гав, по-моему? Да, брашник. Красавчик. Кто назвал меня свинопасом, тот оказался прав. Я пасу свиней. Я долго это скрывал от вас, от всех, но я пасу свиней. Свободное от музыки время. Это мое хобби. Певец ли ты, спрашивает Даша меня. Эй, эй, эй. Я певец.
ты спрашиваешь о меня. Всем привет, скажите всем привет. 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 Эй, это мой музыкальный вечер. Я бегу тебе опять навстречу. Ты же знаешь, что мне делать нечего. Они нас ранят, мы их лечим. Почему меня порадовать опять нечем? Почему меня порадовать опять нечем? Давай-ка с тобой мы за руку друг друга возьмем. Давай. Я не знаю, почему мы снова провожаем май. Иду куда? Меня веду. Те города. Я игру. Перевернусь. Они говорят, я иду ко дну. Но это не так. Но это не так. Снова этот парень говорит, что я обкурен. Но я не знаю, почему он не умеет писать по-русски. Обкурен. Молодой человек, я бы с удовольствием дал вам пару уроков русского языка, но это будет слишком комично. В смысле? Дружище, это была глупой шуткой. Учитывая наш уровень эрудиции. Да, он очень почитает. Йоу, всем салют. Главное, чтобы торчала книжка. Камила, 8846. Привет, тебе обратно летит. Вот так. Здорово, черт, говорит мне Ру. Зал 98. Рузал говорит, здорово, черт. Да, но если честно, в детстве, когда я читал сказку о попе и свинью балде, только это не сын вроде его был. Я поняла тебя. Да. И я вот когда там описывали черта, если честно, я его представлял себе типа не очень страшным. Да. Не знаю, почему я сейчас подумал о черте из балды. На русском говорит, пишет. Они как в музей пришли, стоят, обсуждают. Нет, в исследовательский центр. На русском говорит. Экспонат 18 на русском говорит, однако. Что говорит твоя жена по поводу этой малышки, которая тусуется о тебе? Я уже устал о тебе. Тусуется о тебе. Я уже устал об этом говорить, но мы с Оксаной расстались достаточно времени назад. Я не понимаю, что вам всем до сих пор не дает покоя. Мне хочется, чтобы вы перестали задавать один и тот же вопрос. Шлюха твоя баба, говорит. Шлюха твоя баба. Мне кажется, у него заложен нос. Он говорит. Супер! Он говорит. Лучшая баба. Короче, будь здоров. Не. Вот почему они постоянно это спрашивают, я сегодня заметил, надо убрать точно. Дашь мне, как это выяснить. Да. Ну. Соня очень крутая, вступается за тебя, Нурлан. Спасибо. Я Нурлан, здание, абсолютно. Тут уже весь диалог перешел в русло каких-то личных отношений. Это мне нравится. Это правильный вопрос. Попал. По адресу попал. Я тебе сейчас отвечу чистую правду. Да. Если бы ты был здесь. Нет, я коричневый. Ты черный написал. Если бы ты был белой девушкой, ты был бы Соней. Ублюдок. Хороший. В точку, Нигер. Я только подумал о тебе, и вот он ты. А вот Полина. Илью Сергеев. Эй, усап. Йо, смотри, что мне пишут. Hi, this information.
Мне кажется, это какой-то спам. Good things in my life and my work. Да, это спам. Давай, что мы с ним делаем? Мы как его убираем? Нажми, может, нажми его, да, сюда. Вот давай скрывать прямые эфиры от спама? Или, пожалуйста, на комментарии? Не знаю. Спам, вот спам. Да не, просто надо... Твоя татарочка космос, говорят. Когда концерт в Вологде? Как только я буду готов к этому, Нир. Как только я буду... Не идут дреды, бро, говорит он мне. Так потому я дреды и не делал. Ни разу. Врубай, я не подведу, говорят. О, Поля, салют. Полин, тебе привет, говорят. Там еще должен быть Эйва, йоу, нигеры. Давай включи какой-нибудь мамбл. Тут же был у тебя биточек какой-то. Или ты хочешь спалить какой-нибудь... Ищи все свои сами, ты хочешь спалить тут в прямом эфире, нигер? Ее кажется, сколько это? Тысяча? Больше тысячи? Миллионы? Здорово. Ну, вообще, типа, количество файлов 1 миллион превышает. Девочка, сейчас. Какой национальности Соня? Соня татарка. Да, но не полностью. Кра, но не полностью, нигер. Смотри, что пишет про тебя, Сонечка. Что чтоб ты знала. Какой национальности Соня, бро? Она охуенная. Это мило. Эй, Рыгота пишет мне чё. Спасибо большое, забудь здоров. Передай привет Андрею Булашу. Please, говорит он. Но я вроде уже передал, пока читал. Мам, мам, уса. Что пишет тут, Женя? Есть интересно. Соня Кутак, Суэрасын мы. Так, татарского я не знаю. Соня, поешь Алтын? Скажи, что ты думаешь об Алтыне? Ты камеру держишь так, как будто бы у меня два подбородка. Нет, я камеру держу так, как будто бы ее держит Жак Энтони. Что? Жак, WhatsApp, как дела? Салют этой черной хате. Правильно подмечено. Да, да. Давай, Дигер. Это шикарное дело. Отличный сэмпл мы подобрали, однако. Кш-пам-пам. Я и так шлю всех нахуй, Нигер. Всех, кроме своих людей, так сказать. Нельзя же отворачиваться от тех, кто стоит тебе лицом, правильно? И это невежливо. Что это за красавицу? Это сука, что тут всем нравится? Только, Нигер, я тебя умоляю, не прерывай этот щит. Что это за красавица? Это та штука, что всем нравится. Эй. Ты рискуешь с ней поправиться. Эй. Я рискую с ней расправиться. Эй. Я с походкой Лени Кравицу. Иду, и мне плевать, что завтра тут растает все. И оставить все бы по своим местам. Пускай злобы намного больше, чем страданий. Мы идем, куда глаза глядят, че? Они снова говорят, черт. Я просто поведу плечом. Ты же знаешь, что их треп мне не по чем. И снова будто тебе в голову укрученный, что? Ты не знаешь, это снова тот самый очередной. Я совершаю прыжок, у нее нигерская задница. Я перезаряжаю рожок, перезагружаю свой движок. Сука тает медленно,
сука тает медленно, эй. Сука тает медленно, эй. И я не верил бы ей, если бы не эти тонны монет. И меня дома нет. Это тот самый первый пример. Это тот самый первый пример. Ты снова забрал свою суку домой. Но она хочет ко мне. Но она хочет ко мне. Еле заметно сопротивление всех этих белых рэперов. Эй, я не знаю, почему они всегда хотят загнать под ребро перо. Мне я как перо, дай. И я поимею вожарки, как будто я месяц май. Эй, давай принимай. Давай принимай. Эй, если я тебе задаю жару, то ты принимай. Я не знаю, почему тут снова такие дела. Ты же знаешь, я вышел к вам в том, в чем же мать родила. Я прыгаю в белый кадиллок. Сука смотрит на меня. Говорит, давай же, нигер, раздевай. Анушка масло разлила, а я тот самый трамвай. Ну давай разливай. Я тут минимум айкон. Если сука не курит сигарету прямо в лицо, то она курит айкос. И я не знаю, почему сижу тут в квартире на этой кровати, но я сижу то в адидасах, то в найко. Если не веришь, тогда проверяй, брат. Вот адидас, вот найки, эй. Вот мои свежие лайки, эй. Да, я голодный до хайпа, эй. И сука в белой майке. Откуда ты, подруга? Давайте больше лайков этой зайке. Еще больше лайков. Если ты хочешь, чтобы я закончил тут наконец, то я отвечу, ты зря попал в этот замес. Йо. Вновь показал эту суку, но так подогреть интерес. Я с ней, а ты без. Ты говоришь мне, что я чёрт. Ты говоришь, что я чёрт, а я без. В этом я весь. Мне не пришлось этого слезть. Ведь и не сел. Ведь и не сел. Ведь и не сел. Видишь, но я на коне. Это тот самый секрет. Нигер, ну нет. Давай-ка помедленней. Пусть будет так, как было до этого. Я не врубаю, зачем я? Я же не занимался легкой атлетикой. Это может навредить мне. Тут нет золотой середины. Я передаю настроение, все они в этом загоне, как будто скотина. Ты же видишь, ублюдок свободно, ведь я на спортивно. Я не вижу сути в людях, эй. Я не вижу этих грудей, эй. Я не вижу, что хотят сказать мне эти суки. Они распускают слухи, просто так они летят мимо. Я не знаю, почему я снова пред тобой, будто пантомима. Но ты слышишь все мои рифмы, йо. Я достучусь до твоего сердца рано или поздно, эй. Слышишь мой рэп, ведь это как доза, эй. Я серьезно, эй. В стихах или в прозе, мне наплевать, доведу тебя до коматоза. Что ты мне скажешь теперь? Спросишь, что я набил на лице? Я отвечаю вам в каждой трансе. Это игра и наоборот. Перевернул ее в 5 сек. Мне кажется, что я закупорил этот отсек. Мне кажется, что я вверху, и оттуда видно все. Мне кажется, что я взял то, что ты не успел. Мне кажется, я зашел, ты встал, а я сел. На трон, да, бро, прям в рот вам, в рот вам, в лоб. Что это просто, чтоб уехать за бугор?
Все, о чем говорю, об этом думал давно, я. Но теперь ум это ноль, я. Она мне говорит, что моя боль это мой яд. Я отвечаю подруге, моя боль тут мой рай. Мой кайф, мой драй. Дай пять, мой кайф. Почему в том, что тебе говорю, я не виноват? Ты же знаешь, это как сотни мачех, тысяч или киловатт. Умолкни, я хочу, чтоб ты даже мне не попытался сказать, эй, 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 против ты или за, ведь вывози за базар, я по их лицу слеза, я вижу, как они не хотят слезать с этого актера, я будто бы тот самый Салазар, или как его там, черт возьми, Чармет, Бальтазар. Я хотел бы ты тоже, как я, испытать азарт. Хотел бы ты тоже, как я, принять низкий старт. Я не пытался принять ислам, я не пытался стучаться в храм, я не пытался убиваться в хлам, я не пытался бухать, эй. И это не просто слова, эй. Если богиня снизойдет ко мне с небес, я кинусь ее целовать, эй. И это еще не конец, кину ее на кровать, эй. И она как будто игра перевернется три раза, эй. Перевернется три раза, о. Твоя подруга виновата сама, отсекала ее фразу за фразой. Нельзя все и сразу. Но у меня амбиции, как у Ян Яня. И больше в два раза. И мне плевать на все ваши трали-вали. О, да, и едва ли кто-нибудь из вас когда-либо сможет отличить от худа от добра. Ты же знаешь прямо Каду, а? Или Адаме и Еве, о, или два ребра. Мне нужно, чтобы она подобрала прав. Нужно, чтобы разобрала, кто тут прав. Нужно, чтобы она могла только брать. Она могла только брать. Я иду, куда хочу, эй. Узкоглазая сука, желтая сука, как будто Пикачу. Как тирамису, что я заточу, эй. Говорят, что между нами нету чувств, эй. Тут так густо. Это то, что мы густо. Мы густо марихуану. И что там делать в ванной? А? А у меня есть еще, кстати, подарочек. Давай, может, сменим сэмпл, я уже устал. Я, например, видео длится уже 7 минут. Да. Нормально. Не готов просто. Что такое, нигер? Он предложил такую... Вчера я не скажу, я не скажу. Что он предложил? Ну, сейчас я тебе скажу, когда закончится. А, окей. Тот самый негр, манфака, Лил Памп. Нет, Лил Памп твой дед. Соня засмеялась, когда речь зашла об узкоглазой суки. Бля, Нурлан задрот. Все подмечает. Нурлан задрот. Сейчас знаешь, в газете «Комсомольская правда» выходит. София засмеялась, когда Жак сказал. А узкоглазый с звездочка-звездочка ке. Вот как-то так они это сделают. Мамфака. Бухать мы не пойдем, мы не пьем. Что это? Оу, щит. Узкоглазый негр, ахухахухах. Негр, спрашивает Артем 1470. Как тебе Мияги Эндшпиль? Азамат прекрасный парень, дружу с ним давно. В последнее время, правда, не поддерживаем отношения, но тем не менее. Плотный саламчик летит. Как найти мои треки? Введи на русском языке Жак Энтони. И выйдут все мои треки. Их чуть больше 120 в сети, так что нигер. На лбу написано «Слава». Нига, норм читаешь, как в гетто, прям говорит мне Елена Сергеевна Брагина. Слушай, почему-то моя транса сегодня исходит исключительно на исходящую волну, работает не на мою аудиторию, а на какую-то, которая вообще не в курсе, что это за тип. То есть, типа, что это за дерьмо, какого хуя. Нига. Всем привет, Нига. Ко мне кто-то стучится в заявки, давай рассмотрим. Итак, Алина.
Какая-то 2017. И да. Отец Нурлан построил трклюли на Е-е-е, оу, здорово, я тебя помню, на Франко, я тебя помню. Да, я помню. Я помню эту малявку, которая постоянно делает уроки, когда с нами базарит. Ну чё, что ты сейчас делаешь, алгебру? Нет. Сейчас она тискает свою маленькую. Да. Это морская свинка. Нет, это собака. Оу, щи. Ладно, ладно, предположим, я запутался. Ну что, как у тебя дела? Нормально. Ты чисто постучалась так поболтать, да? Понятно, то есть не по делу. Как тебе люли? Отлично. Мне весь день. Понравилось? Да. Окей. Утром слушаю. Что? Утром на спортом занимаюсь, да, и на повторе слушаю. Молодец, молодец. Круто, круто. Я рад, что зашло. Ну что ж. Она пишет все, нам все пишут и пишут. О, кстати, люди присоединяются к твоей точке зрения по поводу людей. Спасибо большое тебе, человек, которого зовут проебщик. Извиняюсь за мат в любом эфире. Мой несовершеннолетний друг. В общем, мы пойдем дальше. Давай удачи. И здоровья твоему... Кому? Собаке. Твоему крыльцу. Давай. Йоу. Итак, идем дальше. Кто еще стучится к нам в прямой эфир? Угу. Люди, которые зовут Лил, уже меня пугают. Странные типы.